Приветствую всех, я Наталья Невзорова. Сегодня мы сделаем обзор лаков коллекции «Жидкий песок». Это текстурный лак для ногтей. Посмотрим, как он наносится, как он выглядит. А также мы сегодня попробуем кисть для дизайна ногтей и вот такой инструмент для декора ногтей. То есть, что он из себя представляет и как им можно пользоваться. Начнем мы с первого оттенка. Это 318-83 апельсиновый кекс. Ну, как все лаки Very Me, достаточно маленькая кисточка, не очень удобная. Ну, вот будем смотреть, как будет наноситься на ноготь. Так, наносим первый слой. То есть, почему лак называется текстурный? Сейчас мы посмотрим. Он должен давать какую-то, скорее всего, объемную поверхность при покрытии. Да, видите, он идет как песок. Действительно, как жидкий песок. Следующий оттенок 318-84. Клубничное безе. Вот цвет красивый, летний. Такой приятный. Так, вот один слой лака. Следующий оттенок. Черничный бисквит 318-85. Такой не очень мне понравился. Следующий оттенок 318-86. Сахарная волна. Так, и последний оттенок, мятный марципан, 318-87. Да, действительно, лак такой необычной текстуры. Такое ощущение, что в него насыпан песок. То есть вот мы на один слой положили сейчас. Лак, но он достаточно легко нанесся. И теперь мы положим второй слой. Лак в два слоя. Если близко снять, то вот можно увидеть эту вот текстуру лака. Сейчас мы подождем, пока он подсохнет. Видите, очень симпатичные оттенки. Кстати, мне вот понравился клубничное безе, мне понравился сахарная волна, и мне понравился вот этот вот мятный марципан оттенок. Может, не очень аккуратно нанесла, но текстура такая необычная, интересная у лака. Ну и давайте сейчас попробуем посмотреть, как работает кисточка. Кисть для дизайна ногтей. Сейчас мы попробуем кончики обработать этой кистью. Так, макаем кисточку. Видите, вот волосина торчит и не очень красиво получается. Давай попробуем пригладить. Так. Вот, попытаемся, конечно, поровнее нанести. Вот так получается, немножко прозрачно. Я думаю, что при нанесении второго слоя будет немножко посимпатичней. Кстати, наносится очень хорошо, достаточно ровненько. Так, вот так это выглядит. Да, сейчас мы здесь нанесем второй слой. Здесь. Вот если это подсушить и нанести закрепитель, то в принципе кисть работает хорошо. То есть мне понравилось. Очень мягкое нанесение. Даже я, человек, который вообще далек от дизайна, вот просушивать надо текстуру. Вот могла спокойно нанести. Видите, очень хорошая капля формируется. Если вот так вот посмотреть.
Вот эта капля хорошо как раз ложится. Дальше я не буду наносить. Примерно принцип вы поняли. Сейчас мы попробуем еще другой инструмент. Ну, естественно, кисть надо промыть после того, как вы использовали лак. Ну, и сейчас мы попробуем вот такой инструмент. Такой интересный. У него есть инструкция. И что этим инструментом можно делать. То есть мы сначала наносим лак. И затем вот следующими способами, используя наконечники, начинаем рисовать на ногтях различные узоры. То есть, если мы с кисточки подбираем лак, вот, мы можем наносить различные точки. Здесь вот есть очень хорошая инструкция. Нанесите базовый лак на всю ногтевую пластину, рисунок 1. Вот он. Наберите немного цветного лака на инструмент и нанесите узор на ногти или создайте рисунок, закрепив на ногтях декоративные элементы с помощью клея. Дальше. Декоративные элементы легче закрепить на предварительно смоченной в воде или специальном клее инструмент и наносить на ногти, пока лак не высох. То есть, если вы используете какие-то трафареты, например, звездочки или что-то еще, да, то нужно обязательно кончик смочить в воде, чтобы вы могли легко зацепить эти трафареты или узоры и уже нанести на саму ногтевую пластину. Для нанесения точек выберите оттенок лака, который будет контрастировать с базовым. Нанесите несколько точек или создайте узор на всей поверхности ногтя. Совет: нанесите одну большую точку в центре и несколько маленьких вокруг. Получится цветок. Фантазируйте. Ну и давайте вот мы попробуем сейчас контрастным лаком вот эти. То есть вот мы пробуем. Сначала я использую тонкий. Так, давайте сначала толстый. Толстый, потому что я буду наносить большую точку. Наносим большую точечку. Это будет выглядеть вот так. А теперь наносим маленькие точечки. Вот так это выглядит. Это, конечно, очень примитивно, что из меня вообще никакой, конечно, дизайнер. Но я вам показываю принцип, как это работает. Точечка должна быть пожирнее, конечно. Но вот что, смотрите, что происходит. Вот. Видите, если мы используем лаки Верине, то у нас вот сюда невозможно, видите, вот не дает в горлышко опустить ниже. А лак все-таки находится чуть-чуть пониже. Поэтому с кисточки тоже набирать не очень удобно. Ну вот примерно вот такой принцип. То есть тот, кто имеет хороший художественный вкус, я думаю, что это сделает намного лучше, чем это сделала я. Но моя задача была показать, как это все работает. Теперь давайте посмотрим на текстуру лака после его высыхания. То есть вот обратите внимание, очень красивая текстура получается, как жидкая штукатурка. То есть очень приятный лак. Мне очень понравился, кстати, вот этот цвет. Розовый цвет понравился. Ну, оранжевый просто мне не идут цвета. И вот голубой понравился. Кстати, при высыхании вообще получается изумительно. Поэтому лаки на лето как раз. Если еще покрыть закрепителем сверху, будет вообще супер. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Вот здесь вы найдете ссылку на канал. Подпишитесь на него. И под видео вы найдете ссылки на группы в социальных сетях, где вы увидите фотографии. Всего вам хорошего. До новых встреч.